Добрый день, читатели сайта КП в Украине. Сегодня у нас в гостях экстрасенс, маг, целитель, сертифицированный биоэнергетик и ясновидящий, один из 12 финалистов 19-й битвы экстрасенсов Украины, Майрис Бринумс. Здравствуйте, Майрис. Здравствуйте. У нас на самом деле очень много вопросов, в том числе вопросов от наших читателей. Ну, я думаю, начнем с радостного повода. Вы недавно получили награду. Можете рассказать, что это за награда и что, собственно говоря, для вас значит? Ну, любая награда это дает какой-то то, что ты чего-то достиг, где-то до чего-то дошел, и я получил награду, что эта награда означает, что я считаюсь годом магом этого года, да, целителем этого года, и это вот такая награда, диплом, орден там был. Еще интересно было, что мне подарили книгу, сам писатель подарил книгу, книгу теней, да, которая сделана в Украине. Это было очень интересно, неожиданно. Ну, любая награда, конечно, всегда что-то подтверждает то, что ты идешь по правильному пути и в таком варианте. Награда «Маг года» – это такое хорошее звание, как сказать. Приятно же, да, было? Приятно, ну, конечно, приятно. Тогда начнем с вопроса от наших читателей, которые приходили. Майрис, вы в своей работе используете магию стихий. Огонь, вода, воздух и земля. Они вам помогают найти ответы на все вопросы. Расскажите, как это все происходит, как они, собственно, вам помогают? Не только все четыре стихии, есть еще пятая стихия – энергия. Угу. Да. Энергия какая? Древняя биоэнергетика. Биоэнергии, которые управляют человеком мыслями, фактами, здоровьем, всего. Всего тела, разумом, умом, полностью. Это древние времена, она была пятой стихией. Ее убрали, даже конкретно не знаю, кто умудрился этого сделать, но убрали, потому что ее не доказано. Так же, как магия сама по себе. Ее научно доказать трудно. Сейчас в последнее время ученые достигли очень много фрагментов, где они могут этого сделать. Доказывают биоэнергетику, доказывают факты, как влияет на это все. Но в основном эти пять стихий, которые используются. А можете поподробнее, там как огонь, как вода, как воздух? Я использую в большинстве стихию огня. А почему? Она ближе. И действует эффективнее. Также использую стихию, как земля, матушка земля. Это тоже важный фрагмент и очень нужный фрагмент. Я считаю, что земля – это практически самая сильная стихия из этих всех. Потому что проходит землетрясение, проходит огни, горят, все, да. Вода протекает, тайфуны проходят. И что остается после этого всего? Остается земля. Так что какая из стихий самая сильная? Но все равно вы как-то выделили огонь. Но все равно это тоже очень сильная стихия. Конечно, любые стихии, если правильно использовать, они сильные. Если их объединить, да, тогда это вообще огромная сила. И очень много людей не понимают этого, как это использовать. Для этого есть такие люди, как я, как другие, которые занимаются этим. Кстати, я слышал, что у вас открылся дар, когда вы были на грани жизни и смерти. Расскажите, что именно произошло тогда? Дар не открылся, а открылось понимание. Да? Открылось понимание. Я не считаю, что при этом случае, когда мне была клиническая смерть, что при этом открылся дар. Нет. Однозначно нет. Я этим родился. Это было уже при рождении. Только в то время, когда я родился, очень мало кто мог объяснить мне это, дать понимать, что происходит примерно с моими мыслями, с моими... Оказывается, когда я рос,
когда я вырос побольше, постарше, и начинал понимать, начал задавать вопросы, да, оказывается, я всегда был другим. Я всегда мыслил по-другому, смотрел на ситуации по-другому. Мне же, как маленькому ребенку, казалось, что так же, как я думаю, думают все. Ну, оказывается, все-таки нет. Да? И редко, мое мнение, что очень редко клиническая смерть дает способности. Это дает понимание. Понимание, разъяснение. И когда ты выходишь из тела, когда ты умер. И мне интересно было то, что у меня было 3 клинические смерти. И мне при всех 3 клинических смерти было одно время смерти. 41 минута. Ровно. Все. Не то, что примерно там каким-то образом, да, но именно все. И побывать в раю, эти ощущения я не забуду никогда. Но это ни в каком мере не дало мне способности. Да, это дало понимание, куда мы уходим, куда мы приходим, как это происходит. И то же самое я, когда второй клинической смерти был в аду, да, то я могу сказать, эти ощущения, так же, как остальные ощущения, они нужны тем, таким людям, как я. Они нужны, чтобы понять, но это не дает способности никаким. Ни побывая там, ни побывая там. Но понимание после этого очень сильное. А в вашей семье были экстрасенсы или маги? Мне идет интересное смешение крови. Я, по идее, по национальности латыш. Но у меня есть еврейская кровь и цыганская кровь, смешанная. И, как мы знаем, по цыганской крови всегда есть магические знания, да, которые передаются поколение поколению. Но я никогда не говорю по-цыгански, я общался с цыганами, да, мне нравилось общаться. И также я и работаю в Израиле, и общаюсь с людьми продвинутыми из Израиля. Да. Это очень разные силы, очень разные, но обе они очень сильные. Но обе очень мало выдают сакральных знаний. Это должно переходить по наследству. Мне интересно, когда-то гадали те же цыгане на картах? Конечно. Карты – это инструмент, таро – это инструмент, как видеть дальше, чем просто человеку дано. И видеть назад, чтобы изменять ситуацию. В основном люди думают, что таро – это плохо. Да? Ну, что это нельзя, это по Библии, все такое. Но я этого не считаю. Я сам лично использую очень редко таро, да, если кто-то спрашивает, да, ну, там, выложите карты. Я могу их выложить, я могу их считать. Но когда я считываю карты, я всегда сравниваю то, что я вижу, и то, что показывает карты. Не только считываю карты, но сравниваю то, что я вижу. И карты есть. Приходит человек к гадалке и спрашивает, вот, будет такая ситуация. Ну, самое интересное, люди не обращают внимания, что до этой ситуации всегда есть промежуток. И если человек сообразительный, он этот промежуток использует, чтобы эта ситуация не происходила. И потом он, не понимая, что он сам изменяет эту ситуацию, приходит к тому, что вот это же не случилось. Но она мне сказала. Да? И тогда, вот она плохая гадалка. Неправильно сказала. Нет, она сказала правильно, но ты был настолько мудр, что ты за этот промежуток исправил эту ситуацию. Ты же можешь поехать в центр Киева по сколько дорогам. Но ты же по-любому приедешь.
но дорога будет к ним разная. Одна за 15 минут, одна за 40. Мы же каждый раз выбираем дорогу, которая нам ближе, которая нам быстрее. Это же тоже фрагментально находится второе. Все, я стараюсь по еще одной причине не вкладывать карты, потому что это программирует человека. Человек должен быть свободным в своем выборе. Да? Но если я скажу, что у тебя будет так, 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 да? И ложу карты, он как-то частично будет жить по этому. Он будет ждать, да? Что он будет ждать. Но если ты мудр и понимаешь, ты можешь изменить эту ситуацию, для этого это и дается. Чтобы ты мог изменять. Просто некоторые приходят, например, к гадалкам, им там сказали на картах Таро, что там вас ждет какая-то авария, и человек ждет, что с этой с ним случится. Надо наоборот как-то стараться это все изменить и ход событий. Правильно я понял, да? Да, это возможно изменить. И сам человек. Все в руках человека, да? Все в руках человека, но он может, и он знает, что ему будет поездка. Он может в это время не ехать. Он может в это время попросить отвезти меня другу, это тоже изменит ситуацию. Мне были, когда я провожу примерно бизнес-провождение, мне были такие ситуации, что я чувствую человеку, что ему надо остановиться. Это было какие-то 7 лет обратно, очень яркий такой фрагмент. Я человеку звоню, я знаю, что он едет. Я ему сказал, дорога свободна, можешь ехать. Он едет, я ему звоню, говорю, быстро остановись. Просто остановись. Он говорит, в чем причина? Мне же так нету времени. Я говорю, остановись. Остановился, он непонимание. Я с ним поговорил буквально 3-4, максимум 5 минут. Он поехал дальше. На следующем перекрестке он смотрит, что только что случилась авария и выехал трактор. Я говорю, ну, я ему говорю, ну ты посчитай по времени. Это же была, должна была быть твоей машиной. Такой фрагмент. Некоторые экстрасенсы работают с черными силами, они называют себя черными магами. Вы прибегаете к помощи черных сил? Я не считаю, что я не работаю с дьяволом. Да? А силы, любую силу используя, всегда будет кто-то, кому это не будет нравиться, и будет кто-то, кому это будет нравиться. Да? Это вот противоположной стороны получается. Да. Одному ты вроде делаешь доброе дело, но все это твое доброе дело не всем будет нравиться. Это же тоже считается тогда, вот он делает плохо. Да, но я не использую черные силы. В основном люди думают, что я черный. Очень по облику, почему думают, что я черный. Но я скажу так, сильный не означает черный. И бояться надо, я думаю, не черного. Черные определенные люди, они определенное делают. Те, которые сильные белые, у них нет границ. Вопрос интересует, духи на самом деле существуют? Конечно. Да? Просто мы их не видим, да? Ну, если кто видит и захочет этот дух, чтобы он, этот человек тебя видел. Не только человек, не все же происходит только из нас. В основном духи показываются, чтобы что-то предсказать, что-то сделать. И бывают ситуации, когда просто пугают, играются с людьми. Магия – это достаточно определенно концентрированная энергия, которую научно трудно доказать, да? Но она же существует. Без нее никак. А вы сказали, играются. Как они играются? Ну, же всякие пугают, всякие звуки выдают, там двери закрывают. Ну, всякие же ситуации есть. Где играются, всяких помещениях, где они оставили, да? Ну, этому человеку, который живет в этом помещении, духовном, другом пространстве, это же
Ничего плохого, он просто живет в другом пространстве. Но он не покинул то, что он построил, или что-то, да, или его там заставили остаться, да. Ну, и что? И что из этого плохого? Есть очень много древних заклинаний, которые дают, что оставляли людей, специально убивали, чтобы они охраняли этих вещей. Особенно в Украине очень много таких вещей. В Украине? Почему в Украине? Ну, в Украине очень много старых ценностей, которые очень истории носятся, и никто не может их открыть, никто не может их снять это. Я недавно, каких-то месяцев пару обратно, мне обратились люди, которые из Украины, они обратились, чтобы выкопать, найти, что они знают легенду, что существуют факторы, да, что гуляет женщина без головы и охраняет этот склад. Это где именно по Именно это не дается информации, но это есть. Туда даже вот были факты, что едет к этому месту, подъезжает человек на тракторе, и появляется эта женщина, и этот трактор скидывает оттуда. Этот человек на то место не приходил уже 10 лет. Он рассказывает, что это было очень ужасно, он все видел, он все понимает, но он туда больше не пойдет. Очень многие факты, мы можем по такой теме говорить и очень много. Особенно я отработал много лет, отработал в Египте, я вел раскопки, и при раскопках понимание древней магии очень сильно выливается наружу, да, чтобы открыть какие-то и получить какие-то предметы, которые ценные и такие, да, они стоят в каком-то мере закрытые для пространства. И, как говорится, закрыты магией. Да? Черное, белое – это без разницы, как люди считают. Но он не закрыт магией. И достаточно сильно. Которые люди лезли туда, все умерли. Да? Ну, мне такие варианты интересны. Вы рассказывали, что время клинической смерти у вас было одно и то же, да? То есть вы в магию чисел верите, да? Что? В магию чисел вы верите? Ну, числа, цифры, это определенно есть фрагмент, как считывать информацию, как понимать. Это по-любому влияет человека и влияет и на него жизнь, и на него мышление и понимание. Это однозначно так. А как влияет? Влияет по-всякому. По цифрам можно считывать так же, как по картам Таро. И фрагменты, и людей, и ситуации. Рассчитывать. Я этого не делаю, я не работаю с цифрами, но приходит информация, приходит то понимание, что цифры, которые люди очень часто видят цифры, одинаковые, видят цифровую гамму, да, какую-то именно. Да, это, я считаю, что ровные цифры, это дает положительный уровень, что это идет прямо. Если идет вниз, там 9, 5, 4, 1, да, это плохо. Всегда надо цифры искать и смотреть, чтобы они были ростом. Если 23, 23, то это хорошо, да? Да. 32 это плохо. Ну, не то, что плохо, но это несет вниз. Угу. Надо, людям надо стараться всегда все, чтобы это было ростом. Да? Чтобы это было вверх. Чтобы развитие, понимание. Все, что было вверх, в открытое. Очень много, примерно, машинные номера. Да? Да. Там 880. Я считаю, это неправильно. То есть надо сразу равновесие и вот.
То есть она сразу меня? Ну. А если был бы 0,888, это было бы хорошо. Это поднятие вверх и равновесие. Две одинаковые цифры делают равновесие. То есть человеку с такими номерами надо срочно их менять, да? Ну, не срочно менять, это каждому человеку тоже судьбой. Почему ему, именно этому человеку нравятся эти номера? Были у меня ситуации, что примерно вот я проводил человеку сеанс, мы прошли через него жизнь, мы выходим на улицу, и говорю, ну посмотри на свой машинный номер, тебе вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. И по цифрам я сказал, вот тебе эта ситуация была на шестерке. Он говорит, да. Он задумался, он говорит, ну да, по идее. Он на следующий день поставил номер 2, 3, 4, 5. Думаю, ему полезно, наверное. А, кстати, ему жизнь изменилась. Лучшую сторону. Лучшую сторону, да. Это был в Латвии тоже, ну, как его знают, как целителя, как мага. Да, он обратился за помощью, потому что ему пошло вниз вся работа, все, обратился, и я пару раз с ним поработал, ему все опять пошло нормально. Многие люди интересуются всегда вопросом, как привлечь свою удачу в жизнь. Все думают, будет удача, будет и много денег. Есть ли какой-то метод, или все-таки все в руках полностью человека? Конечно, есть методы, есть схемы, есть понятия, но люди очень часто не задают вопрос. Очень много людей стараются выиграть лотерею. Особенно, например, в Европе, в Америке, в Прибалтике, да. В Украине я так не заметил, но. Да, ну это так, да. Но сам факт, что глобально, если посмотреть, то 90% это было людям на вред. 90% этих людей умершие все. От миллионеров стали бомжами и остались на улице, и все потеряли, все это, и потеряли семьи, детей, и все состояние, которое было. То есть сейчас, если человек внезапно получает такую большую сумму денег, то ну, ему пришла в руки удача. То есть это плохо? Или... Ну, понимаете, удачу надо создать. И любым трудом. Просто так ничего в этом мире не дается. И если тебе дали, тогда дали по определенной цели. Но в основном люди, которые получают большие деньги, уже забывают все эти цели. У меня часто приходят люди и спрашивают, хочу выиграть лотерею. Что вы отвечаете? Я говорю, да, хорошо, работаем. Определенный процент от выигрыша и пошли. Интересно. Еще такой вопрос. Часто люди говорят такую фразу, меня сглазили. Действительно ли это существует? Или человек сам себе придумал, крутил? Сглаз, конечно, он существует. Это определенная концентрация энергии в негативной форме для того человека. Она по-любому будет действовать. Это мысленная форма, словами выигрыванная, но это концентрация, определенная концентрация энергии в определенном человеке. То же самое, что все говорят, вот есть порча. Да? Mm-hmm. Что это порча? Это определенно концентрированная энергия в конкретном человеке для конкретного действия. И она работает. И даже работает несколько поколений. Поставить ее очень просто. Очень легко. Надо просто знать, как это делать. Человека в негативной форме работать с человеком намного проще, чем в позитивной форме. 100 раз легче. Поставить, а потом снять, это уже реальная проблема. На это надо упрягаться и реально снимать это все. Работать. И не всегда получается эта работа очень быстро. То есть работа может быть долгой, да? Да. Угу.
Ну, это не означает, что это нельзя сделать. Ну, эта проблема решается, да, насколько? Эту проблему можно решить, но, как всегда, люди в основном, да, приходят к экстрасенсу, к магу, да, и думают, вот, пришел, заплатил, и завтра все будет хорошо. Да? К этому надо работать, к этому надо доходить. Это не то, что маг должен только вот сделать именно ритуал для этого человека, но он еще должен проводить этого человека с ритуалом какое-то определенное время. Некоторым хватает месяц, некоторым побольше. Да. Маги, целители, колдуны, да, у них бывают временные друзья. Почему? Потому что он этого человека должен проводить определенное время. Он не будет проводить этого человека пожизненно, не будет жить его жизнью. Он будет ему рядом конкретный факт для определенного времени. И потом они расходятся. Но все равно, чтобы избавиться от порчи, ну, одних ритуалов мало, человек тоже должен какие-то усилия прилагать. Не понял. Ну смотрите, но человек должен какие-то прилагать усилия, чтобы избавиться от порчи. Не только конечно, чтобы помогать душе. Конечно. Но люди думают, что они приходят к... И всю работу за них сделают. Да. Кинул деньги, давай, ага. Все, мне все хорошо. Нет, так не будет. Это совместная работа. И иногда бывает достаточно долгое, чтобы это все снять. Потому что я работал, самое древнее, что я увидел, это поколение... поставленная порча, да, в седьмом поколении. Это достаточно серьезная работа. И такую работу снять очень мало кто людей в мире этого может сделать вообще. Это, конечно, будет кричать им и говорить, я тебе сделаю, я тебе все сделаю. Если человек говорит такую фразу, я тебе все сделаю, все будет хорошо, не думая, что он способен этого вообще сделать. Обещание при такими фрагментами никогда не может даваться. И никто, нет такого мастера, нет такой силы, который может сказать и работать по конкретной табуле или по регламенту, да, это всегда работа и единая. Единый человек, единые ситуации. И нету каких-то фрагментов. Да, есть фрагменты. Есть ситуации, когда это сделать очень быстро, легко. Да? Но в основном ко мне примерно приходят люди, которые достаточно сильно уже страдают от этого всего. И приходится с ними какое-то время поработать. Бывают всякие ситуации. Но не всегда так получается, что можно сразу. Но у вас были такие... Люди, которые, с которыми вы работали там пару месяцев, да? Да. Очень долго, да? Да. Были ситуации, что приходит тетка на костылях и выходит после сеанса без костылей, да? Но это не означает, что это будет со всеми. Mm-hmm. Да? Ну, часто бывают такие ситуации, да? То, что можно боль снять человеку за две минуты двумя-тремя движениями рук, это однозначно. Это ничего такого нету, да? Или снять человеку боль. Он позвонил, я нахожусь примерно в Латвии или где-то в Израиле, и он говорит, мне болит голова. И снять ему эту боль, это, ну, 3 минуты. Это не означает, расстояние не имеет смысла магии, энергии. То есть, получается, человек может к вам даже не приходить, да? Да. Ну, я должен этого человека знать. Если я этого человека не знаю, мне потребуется время отдать достаточно сильно много энергии, которые я просто стараюсь уже не делать. Да. Когда-то со мной самому было интересно, ну где эта грань, докуда можно дойти, где это, ну где она заканчивается. По идее, нет такой грани. Это развитие, это разум, понятие себя, силы. Используя стихии, да. А используя стихии, это определенная концентрация.